Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы играем дальше в House Flipper. Вы написали мне комментариев, давай продолжим. Бункер наш, который мы купили две серии назад, зайдем в браузер и перейдем в старый дом с бункером. Написали, как продать его этому вот мужику и другому мужику, Теду. И, естественно, мы сейчас займемся, наверное, все-таки Тедом, потому что у нас есть аж целый телевизор, и негоже его продавать обратно. Негоже. Мне кажется, я, короче, вот это убирал отсюда. Почему она здесь опять оказалась, неясно. Ну-ка, ползи вниз. Молодец. Закрываем, говорю, бункер. Я записал себе в тетрадочке, что тут написано. Для Теда нужна ванная. Две кровати есть, рис, макароны, диван, кухня, полки, консервы, вода, пистолет, телевизор, два источника питания и аптечка. Я вот что-то не понимаю, все остальное, что мне нужно удалить или что? Я, может быть, что-то не особо вкуриваю, но как бы это же хорошо, наоборот, что у него много чего есть. Второй источник питания мы, естественно, забубеним куда-нибудь, вот сюда вот, может быть. Пулемет, наверное, давай продадим, он нахрен не нужен, тем более он стоит аж вон таких огромных денег. И посмотрим диван. Диван нужен этому мужику. Мебель в гостиной. Скорее всего, она должна быть, да? Гостиная. И это должно быть... Диван. Какой-нибудь такой эдакий диван. А какой диван ему можно присандалить сюда? Ну, как по мне, так диван должен быть здесь какой-нибудь немарки и сложно ломаемый. А здесь таких я не вижу. Здесь я вижу какие-то... Вот, может, вот такой купить, чтобы он наверняка вот серой древесиной покрасить и в черный цвет. Нет, темно-серый. Купить сейчас, и он, в принципе, места много не занимает. Можно даже вот... Нет, здесь он точно не поместится, и здесь он тоже будет ни к чему. Поэтому пускай он будет вот где-нибудь вот эдак... Вот тут. Нахер он здесь нужен, правда, непонятно, но... Блин, может... Вот сюда поставлю. Поставлю вот сюда. Диван будет на чем усесть. Да, вот этому мужику мы будем продавать дом. Потому что можем. Как я уже говорил, множество раз. Мы это сделать можем, значит, мы это и сделаем. Сейчас щечку почешу, а то щечка чешется. Нужен ему диванчик. Диванчик мы уже прикупили. Сейчас поставим поудобнее, чтобы он смотрел на стиральную машинку. Ну, а то хрен ли, сидеть даже нельзя. Смотришь на стиральную машину стоя и... Неудобно. Значит, смотри. Стиральная машина. Ванная нужна ему. Ванная. Ему что, нужна ванная? Прям ванная, не душевая кабина, что ли? Или я что-то недопонял? Но если я... Блин, а если я сейчас продам душевую кабину, и ему ванная не нужна будет? Что делать? Вон у них упал рейтинг к моему дому. Какая-то неприязнь появилась. Мебель для ванной комнаты. Нет, это не мебель. Это как раз-таки должна быть, знаешь, это сантехника. Bath and showers. И вот так. Кенская, вот такая давай, вот такую поставим. Вот поместится она сюда? Хер она поместится. Не помещается она, это очень грустно. А вот такая вот поместится? Где там? Вот это поместится? Да тоже, наверное, хрен поместится, да? А, ну я здесь душ только и могу поставить, естественно. Хрена я потратил сейчас деньги, время и вообще все это... Хрен его знает. Да вот этот душ поставим, а чё нет? Почему нет? Классный ж душ. Надо, чтобы поместился, и остальное нас вообще не колышет. Самое крайнее положение принимает. Устанавливаем. Ёптет, чё так? А, это эти. Хреновина, откуда вода течет? А зачем их тут так много? Они же ведь вроде как должны быть только... А, они... Да ну нафиг, ребят, напишите, как с этим бороться. Я не знаю, что с этим делать.
Можно было, конечно, не устанавливать, типа, душевая кабина есть и есть, и пользуйся как хочешь. Но хочется до конца все-таки довести. Короче, прям не знаю даже, прям обидно от этого стало. Да вот такую сделаем. Ну а почему нет? Я эту-то я смогу установить, уж думаю. Как ты считаешь? Надеюсь, меня сейчас не отнесет куда-нибудь за дверь. Нет, не отнесет, смотри, как класс. Что-то у них не особо ко мне появилось уважение, и это очень грустно. Что ему нужно? Вот мне нужно посмотреть, есть ли тут какая-нибудь информация про покупателей, про вот этого Теда. Тед Аарон. В час X неподготовленные люди будут как зомби, они убьют, чтобы выжить. Я хочу быть готовым к этому. Отсутствие информации, это мне не нужно. Мне нужно, знаешь что, мне нужно... Вот что. Две кровати есть, рис макароны. Есть рис макароны? Пойдем посмотрим. Рис есть, а вот макарон... Макарон нет. Давай посмотрим макароны. Выживание, запасы, другие запасы. Назад, запасы. Макароны. Макароны вот они. Купить несколько. Да, слушай, макарон-то нет. Тед к нам не проникся бы уважением из-за этого. Вот сейчас гораздо лучше. Естественно, лучше. Мы вон сколько макарон ему купили. Он будет только ими питаться. И пока якобы растет вот эта вот вся ерундовина, рейтинг вот этот растет наш в их глазах, нужно все это скупать. Нужно заполнять полки этими товарами, пока они к нам проникают с уважением и любовью. Поэтому мы этим не перестанем заниматься, вот это вот делать, пока стрелочки вверх не перестанут ползти. Правильно я говорю? Да наверняка правильно. Все? Все, да, перестало расти. Макароны тоже есть. Рис, макароны, две кровати, диван. Диван поставили, кухня, полки нужны. Кухонные полки, я так понял, да? Да. Пойдем в мебель. В кухню кухонные. И найдем здесь ящики. Я так понимаю, ящики, что ли? Или... Я просто так написал. Ой. Ты так написал, что я прям даже не пойму, полки это или ящики. Мне прям нужно прям по полочкам разжевывать, чтобы я точно понял. А то же я не особо сообразительный, честно тебе говорю. Шкафчик с полками. Вот. Слово полки фигурирует, значит, это. Купить несколько. Нет, не это. Мужику не нравятся полки. Может быть, нужно посмотреть... Полка? Полка по названию. Ой, тихо, бумажку не трогай. Светлая полка, деревянная подвесная полка. Полка. Это все не то, это все не... Давай вот эту купим. Вот эту и в сером цвете. В серой древесине купить несколько. Ну-ка, а что она так крутится-то? Мне так не нужно. Во, вот так вот нужно. Вот так, может быть? Не, нихера. Не проникается он ко мне уважением. Ну, ладненько, купили и купили. Вода, пистолет, консервы, телевизор, два источника питания и аптечка. Консервы, телевизор у нас есть, телевизор есть, консервы тоже вроде бы как бы есть. Мне кажется, даже в более чем достаточном количестве. Давайте зайдем в запасы и что-нибудь еще прикупим. Вот орехового масла, например. Может, оно ему тоже нужно. Нет, оно ему уже не нужно. Пойдем второй источник питания покупать. Электрогенератор вот за 130 купим. Ой, ёб твою мать, понял, чем он отличается от того генератора, который у нас есть. Размером. Мать его, размером. А куда мне такой огромный генератор поставить? У меня места здесь столько нет. А можно его как-то развернуть куда-нибудь, передвинуть? Нет. А он у меня здесь вообще никак не влезет. Даже если очень постараешься.
Можно, короче, конечно, вот сюда вот его забодяжить. И обходить его стороной, потому что он место занимает ого-го сколько. Серьезно, смотри, сколько он места занимает. Ошалеть. Ну давай вот это дело продадим. Особо они к нам не питают отвращения за такие дела. Поэтому думается мне, что хуже от этого не стало никому. Так что давай-ка вот так вот передвинем. Возьми ты его. Вот так поставим вот сюда. Закроем вот эту хрень. Поставим сапоги вот сюда на... Нельзя сюда поставить, понял? Вот это возьмем тоже, положим на ящики. И прикупим, купим сейчас. И, естественно, поставим вот сюда. А все, ему уже не нужно. То есть... Серьезно, я... Че нужно ему еще? Пистолет нужен ему был. У него есть пистолет. Есть телевизор, есть пистолет, есть вода, есть консервы. Пойдем на второй этаж. С бункером закончили. Давай здесь вот... Че можно здесь сделать? Здесь можно хрен его знает, что сделать. Здесь можно продать всю мебель, которая нахрен здесь не нужна никому. Вот это и это все продать. И вот этот шкаф тоже продать. Всю мебель нужно продать. Вот это тоже продать. И, естественно, купить всю мебель, которая здесь необходима для выживания. По типу, знаешь, вот... По типу вот душа, стола, стула и кровати. То есть остальное все это дело не наше. Пусть как хочет, так здесь и живет без всего этого. Угловая душевая кабина. Черный, серый, черный, черный. Купить сейчас. Угу. Угу. И что это? И почему он не ставит? Неужели так сложно сделать это? Видать, она не помещается туда, куда хочется. Хочется мне. Давай купим другую. Bass and Shoulders. Да в жопу даже думать не буду. Давай купим вот эту вот в черном стекле и в черном цвете. Я прям что-то расстроился. Подожди, что мешается-то? Я могу купить и установить здесь душ. Могу установить душ. И чё? Почему я не могу установить душ? Что-то у меня все по одному месту пошло. Прям даже не знаю. Наверное, повырезается половина серии этой. Очень грустно. Влезает ему сюда только маленький угловой душ. Отчего не сильно грустно, но все равно как-то не по себе становится. Потому что я ожидал, что здесь все-таки будет немножечко другой душ. Ладно, давай батарейку купим. Нет, давай сначала купим все, что нужно нам для душа, а потом уже батарейку. Туалет. Туалет поставим. Поставим вот этот. Простецкий самый. Ну да, он сложнее немножко в установке, чем тот. Ну, не настолько уж сложнее. И устанавливаем раковину. Раковина тоже самая наипростецкая будет стоять. Потому что мы не хотим тратить много денег на этот дом. Так как мы потратили кучу денег, мало того, что лишних, так еще и просто кучу на бункер. Так как они же все-таки от апокалипсиса хотят прятаться. Пусть и прячутся от апокалипсиса, а мы домом сделаем просто с минимальным количеством мебели, с которым они смогут выжить, но комфортной жизни им не видать. Так, это все готово. Батарейку. Батарея, купить батарейку и поставить батарею. Прям не знаю, меня как-то очень расстроило то, что я туда не смог поместить большой генератор. И с учетом того, что еще у него не росло уважение к нашему дому после того, как мы купили второй источник энергии,
меня как-то это все смутило. Вообще, может, ему второй генератор обычный нужен был, нет? Да бред какой-то, это глупо. Зачем ему второй генератор, если у него один уже есть? Пойдем в мебель для комнаты, для спальни. Поставим кровать. Нет, это не такая кровать, какую я хочу. Я хочу обычную кровать. Прям чтоб проще некуда. Вот это у нас вроде как спальня. И тут она вроде как не устанавливается. Ни хрена, это кровать. Значит, будет спальня здесь. Бляха-муха, му, блин, злой какой. Представляешь, вот, ну, прям вот расстройство. Я реально расстроился. Здесь батарейку можно установить, ну, это здорово. Где там недавно купленная? Вот, недавно купленная. Чё, еще и батарейка не поместится? Серьезно, что ли? Ну, это прям вообще уже ни в какие рамки не лезет, мне кажется. Да, вот так поставим кровать эту. Вот здесь вот. Вот так под окном поставим, чтобы она уж точно никому ничем не мешала. Ой. Ладненько, хоть здесь все нормально. Я не знаю насчет ремонта. Ремонт я здесь делать не хочу. Это прямо реально очень будет долго. А нам это не нужно. Нам на это время тратить вообще не хочется. Ну серьезно, это глупо тратить время на ремонт этой халупы. С учетом того, что самое главное... Самая главная фишка этого дома — это именно бункер. А с учетом того, что мы его собираемся этот дом продавать, он вообще, не знаю, никак не сыграет нам роли ремонт внутри. Как бы даже учитывая, что здесь никаких плюсиков нам не дает покупка каких-то плюшек в этот дом. Соответственно, пусть будет как будет. Столовая. Столы. Стол такой, такой прям вот. Такой прям вот, знаешь, вот такой. Черная древесина купить сейчас. Вот такой стол будет стоять здесь. И, естественно, здесь будет стоять стул. Тоже деревянный, черный должен быть. А такого не бывает, понял. Но, акустические панели плоские 25 на 25. Нет, это не, это не акустические панели. Ты что-то перепутал. Купить. Вот здесь будет он сидеть, а вот здесь будет стоять батарейка. Висеть. Блин, ну прям не знаю. Как-то совсем мои ожидания все эти перекрылись. Да в жопу, наверное, пусть вот так вот оно и будет. Можно столик еще купить им, чтобы они здесь, не знаю... Готовили кухонный столик какой-нибудь эдакий. Вот. Где он тут есть? А, это шкаф. Вот такой вот широкий темный шкаф. Естественно, все в черном цвете. Здесь не должно быть ничего светлого. Столешница тоже должна быть. Так, да, вот серый. Нет, черный. Купить сейчас и поставить вот сюда. Рядом с плитой, чтобы туда можно было что-нибудь положить. А, ну давай еще один купим, такой же. Купить сейчас. Вот так вот. Отлично, отлично. И давай пойдем посмотрим, что у нас во дворе. Во дворе, в принципе-то, есть только сорняки поудалять. А, по-моему, это на цену особо не повлияет. Так что давай-ка мы глупостим... Чего там нарисовано? А, это колокольчик, который внаружи, хочу заметить, установлен. Правильно все. Попробуем продать этот дом. За сколько его продадут? Отправить сад на конкурс, выставить дом на аукцион. Наверное, дом, потому что мы же дом выдаем. Работа над этим домом заняла у тебя 1 час 24 минуты. Представляешь, сколько я времени потратил? Дом имеет и количество комнат, дом куплен за, территорию имеет, твой бюджет составил 427 тысяч. Это получается, я потратил 427 тысяч?
Банок с консервами, серьезно? Ну, 4 миллиона почти мы с него имеем. Так что все-таки имеет место быть продажа вот этому человеку. Все, давай ему продаем. Не хватает банок с консервами, одной кровати будет... Так там же две. Там две кровати-то. Но, видать, это как-то, может, не проработалось. Не знаю. Space, принять предложение, естественно. И пойдем мы сейчас с тобой, знаешь, куда? Мы сейчас с тобой пойдем в браузер. Мы сейчас с тобой пойдем в браузер и посмотрим дом Саманты, что ли, или как она там зовется правильно, Майерс. Где она там есть? Для дом многих поколений, дом посреди чаще, скучный дом, чердак хакера, дом, который что-то скрывает, дом торговца. В доме торговца тоже сказали, что-то есть интересное, но мы пойдем к вот этой вот непостоянной женщине. Дом блудницы еще бы назвали, было вообще классно. Бункер дяди Стаса мы можем уже даже себе приобрести, но пока что этого делать не будем. Получается, мы Мы охренеть какой барыш сделали, серьезно, 4 мульта просто на ровном месте. Конечно, за час с лишним, но, блин. Но все равно нормально получилось. Можно было бы еще, считай, дороже продать. Хер мы купим дом Саманты... Самарти Майерс. Нет, не сможем мы купить дом Самарти Майерс. Вот это тоже с бункером получается, я понял. Давай бункер дяди Ста... Или нет? Или купить дом торговца сначала? А я забыл, что там. Я забыл, что в доме торговца, представляешь? Забыл. Ну вот, я потратил немножечко времени, посмотрел этот комментарий. А, давай приступим все-таки к заданию. Если оно есть. Лазертаг в бункере. Мне сказали, ты сказала, что там, блин, не прочитал задание, что там какой-то предмет мне дадут. Блин, представляешь, я вот просрал момент и не прочитал задание. Может быть, его можно где-то прочитать? Нет? Ёб твою мать, представляешь? Твою мать, офигеть, там сколько грязи. Короче, мы в огромный бункер сейчас пойдем, да? Разблокировали огнемет. Вы разблокировали огнемет. Поздравляю, разблокировали новый инструмент. О-о-о! Это вообще кайфово. Классная штука. Блять, топливо кончается, представляешь? Новое в магазине. Блять, классная штука, но не очень. А где магазин? Где можно купить в магазине топливо для огнемета? Топливо. Вот это что такое? Купить сейчас. Так, и как? И что мне нужно сделать? Заполнить огнемет. Доступен навык разгром. Сила увеличена на 5, разборка на 25. Давай, а сила что такое? Сила зачем она мне нужна-то? Ни хрена себе мне тут ничего надавали-то. Хороший швабра. Супер-мега-швабру. Переговоры, требования. Давай вот все-таки и эту. Как мне попросили, как мне сказали. Лопата быстрее копает, сорняки видно на миникарте. Выкапывание сорняки будем видеть, а то я что-то намучился тогда. А где хоть индикация какая-нибудь? А? Где индикация, которая показывает мне, сколько у меня осталось в этом огнемете? Или ее здесь попросту нет? Блин, ну косить траву этим одно удовольствие. Серьезно. Класс. Вообще кайфовый класс. Классная штука. Спасибо большое за это задание. Я бы никогда даже не подумал на его проходить. Сейчас прям вот... Тем более настолько скоро, оно же там внизу. Вообще класс. А что у меня за мусор здесь остался? Погоди. Кучу мусора, очистить грязь. А где же она здесь? Я же здесь все до травы до последней сжег. Это что? Плитку можно ровно положить, представляешь? Вот так вот. Да положись ты. Не очень ровно, конечно, ну ладно.
Пойдем с тобой вот в этот бункер. Конечно, очень здорово огнеметом все это убирать, но у меня убирается и так все быстро, тем более, что не занимает это очень много времени. Этот огнемет нужно заправлять. Самое удобное использование, самое правильное будет использование этого огнемета, знаешь где? Это вот во дворах, где нужно косить траву, например. То есть можно использовать не газу на косилку, а вот этот огнемет. Я думаю, что он так и работает или нет. Обязательно проверим. Чашка удалить. А, удалить нужно. Все продать, все похерить отсюда, чтобы оно здесь не мешалось. Обеденный стол. Не, давай-ка мы будем пока что играться там, где не нужно ничего устанавливать. В этой серии мы с тобой это все сделаем, а потом суп с котом. Потом как раз-таки уже и... Подожди, что я хотел сказать там? Писали, забыл. В этой серии мы с тобой вот это задание закончим. Где тут грязь-то? Где грязь? В этой серии мы закончим здесь убираться, это задание, и купим дом этого, как его называют, фокусника, этого волшебника, или как он там называется. Вот. А в следующей серии его начнем ремонтировать обязательно. А потом отремонтируем и продадим, и купим уже дом Самарти, вот этой вот Майерс. Так как он стоит дорого, и сейчас нам вовсе не по карману. Правильно? Правильно. Ну-ка, где здесь грязь-то? А, вон она. Сейчас все отмоем, все очистим, все будет чики-пуки. Слушай, моет эта швабра прям, по-моему, в разы лучше, чем вот та швабра, которая была прям до этого. Прям она мне нравится. Это прям одно удовольствие, а не уборка. Швабра кайфовая. Ну и все-таки кайфовый навык, когда ты видишь все загрязнения на мини-карте и ходишь просто по мини-карте трешь, а не по карте, которая, ну вот, которую ты видишь. Если бы у меня мини-карты не было, я бы здесь, наверное, сейчас умудохался весь отмывать, искать эти загрязнения. Так, где-то здесь. Да, вот оно, вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно. Намотано. Где-то здесь еще. Вот здесь где-то наверняка, да? Нет? Да, нет, 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 да. Угу. И еще вот тут его. Сейчас мы все отмоем, все сделаем. По поводу рафта мне написал молодой человек. Знаешь, вот с рафтом погоди. С рафтом реально погоди. Он будет, когда-нибудь будет. Он никуда не убегает у меня. Он загружен всегда. Висит у меня в Steam на аккаунте. Как бы сохранял всегда на месте. Поэтому никому хуже не станет, если я пройду его чутка позже. Он не настолько актуален, как вот, например, сейчас... House Flipper, естественно, я не хочу браться за 150 игр, я уже прохожу TMS, House Flipper и ожидаю прохождения чудесной, обновления, точнее, нашей любимейшей игрушки под названием Trader Life Simulator. Ну, он типа, разработчик это написал, что в мае будет обновление, и мы обязательно его посмотрим. Проходить-то я, наверное, его как бы... Как и проходил, пройду. То есть сделаю все, что там можно сделать, и закончим. Но обязательно это сделаем. Но пока ТМС я не пройду, я не приступлю к следующей игре. Но следующая игра явно не рафт будет. А пока еще не могу сказать, какая. Но обязательно симулятор. Я пока симуляторами решил заняться, потому что они как бы вроде как всем заходят. И больше аудитории заходит, чем какие-то другие игры. Как бы... Мне они также заходят, потому что мне как бы все равно, во что играть. Тем более в симуляторы. Симуляторы — это вообще классная штука. Классная тема симуляторы — это очень многообразно. И сразу диву даешься на
фантазию разработчиков. Есть, конечно, которые копируют всю хрень, которую, можно сказать, которые не выделились другие разработчики, а просто наоборот еще похерили свою игру. А другие прям реально какой-то креатив проявляют, и у них получается все очень-очень даже здорово. Так что мы вот как раз-таки такими и займемся играми и посмотрим, наоборот, какие игры хороши, какие игры плохи. Ну и до рафта мы обязательно, как я уже сказал, доберемся. Это дело не такое уж сложное. Просто сейчас я не хочу брать, переключаться на эту игру. Просто из-за того, что это будет только мешать. Слушай, а здесь трется тоже через стены, да? То есть это не только шланг так работает. Здесь можно и мыть через стены. Круто. Это очень удобно. Тем более, учитывая, что видно все через, ну, на миникарте через стены. Не обязательно даже смотреть на поверхности. Класс. Пойдем. Ого, вот это вот самая большая грязная комната. Я так понимаю, да? Какие комнаты у нас сделаны? Задание в саду. Нужно там поубирать немножко. И получается раз бункер, два бункер, три, четыре бункер. Ладненько, сейчас приберемся. Недолго это все делается. Когда мне там следующее улучшение для швабры дадут, чтобы я вообще прям за секунду все отмывал. И так достаточно быстро, но я бы хотел еще быстрее. Почему нет? Нет предела совершенству, как говорится. Парарарам, парарарам, парарарам. А вот здесь как раз-таки... Ой, блин. Что сейчас сделалось? А, я газовый баллон бомбанул. Вот я молодец. Ну и ладно. Он же сгорел. И сжег все остальное, что было не нужно нам. Правильно? Правильно. Так, грязюка еще осталась. Где-то вот здесь. Так, и здесь где-то вот грязь. Я вижу грязь. Я не могу ее найти. Вижу на карте, не могу найти ее глазами. Какой засранный толчок. Какой засранный толчок. Что вы с ним делали? А люди дорогие. Ну-ка. Что, не отмывается, что ли? Ну ладно. Все как мусор выбросилось. Ну и правильно, нахера оно нам надо? Так, унитазы нужно покупать. Сила увеличена, разборка быстрее. Силу давай увеличим. Молотками, наверное, будем быстрее гораздо бить. Молотком, точнее. Топливо для огнемета нам не надо. Нам нужно в задание перейти. Унитаз компакт, естественно, черного цвета. Потому что, чтобы не морался. Поставим вот сюда. Установить, установить и установить. А, все, то есть... Реально быстро устанавливается. И раковина. Раковина тоже черного цвета, чтобы тоже не моралось, чтобы было все чики-пуки. Нет. Хотел переставить, неудобно поставил. На толчке сидеть будет очень некомфортно. Ну а что ж поделаешь? Как есть. Уже установили. Переставлять тут нет возможности. Здесь... Такая мебель не переставляется, она просто удаляется и ставится заново. А это, блин, очень долго. Видишь, это сколько занимает времени. Давай, открывай водичку. Все, готов, дело. А, ну, в принципе, места-то нормально, хватит. Завершить заказ можно аж за полтора почти миллиона, ошалеть. Вот это дорогой заказ. Но мы его пока еще не будем завершать. Иди мне огнемет. Нельзя его кучку так. Тихо, я чуть не бабахнул. Топливо для огнемета, я думаю, тоже так же взрывается, как и все остальное. Как и все остальные газовые баллончики, которые не должны быть. Не должны соприкасаться с огнем. Так, здесь у нас тоже все. Здесь у нас не все, здесь обеденный стол. А, и здесь обеденный стол, то бишь это две комнаты с... Так, а это все дело у нас получается именно с садом счит. А, это все сад, поэтому он так мне говорит, что тут не сделано ничего. По факту-то здесь-то все сделано, это не сделано вот
В другом месте. Все ясно. Так, грязюк мы почистили. Здесь тоже подчистили. Здесь тоже подчистили. Все стало красиво. Стильно, модно, молодежно. Тут сейчас отмоем, тут подчистим, тут отмоем, тут тоже подчистим. И все будет выглядеть просто первоклассно. Ну, серьезно, здесь дел-то просто вот прям мало очень. Самое длительное, что нам придется сделать, самое сложное, что нам нужно будет сейчас сделать, это купить мебель. И, естественно, ее там расставить. Это займет некоторое время. Но в остальном это все ерунда. Все вообще красота. Смотри, как помогает это все дело. Помогает этот огнемет. Тут просто прям находка для туриста. Убирает грязь и все неугодные вещи для нас. Только в путь. Так. 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 Все? Все. Топор пока недоступен, а он нам и не нужен. Топор-то ваш. Так, и естественно мы... Убрать мусор. Мусор один не убрался, представляешь? А где он не убрался-то? Кто бы знал, кто бы знал. Я вот, например, не знаю, где у нас мусор мог не убраться. Так, с кучей мусора готово дело. Вот это тоже нудное занятие. Не хочет нажимать, представляешь? Говорит, нет необходимости копать. Как нет необходимости? Я же не просто так нажимаю. У меня задание такое. Я вот еще раз нажал, а он не нажимал. Не пытается копать. Говорит, не хочу и все. Не хочу и все. Да когда ж ты закончишь, куча? Все, закончилось, неужели? Сколько же времени это все занимает, а? Так, очистить грязь осталось нам с тобой какую-то и убрать какой-то мусор. То есть мусор здесь остался, а где он есть, это вот уже другой вопрос. Опа! Так, с этим мы решили. Это где-то вот здесь. Я по карте ориентируюсь, я даже перед собой-то не смотрю ни на что. Слушай, вот здесь вот где-то грязь. А где она здесь? Блин, слушай, где-то прям была. Убрать вот... А вот убрать мусор, вот с этим вот проблемы, конечно. Серьезно? Какой там мусор был? Какой же это был мусор? В саду остался один мусор. Одна единственная мусорка. Я не знаю, что с ним делать. Ну, блин, но... Сад считается выполненным? Нет? Нет, не считается, представляешь? Теперь из-за того, что мы не выкинули какой-то один мусор, будет у нас висеть с тобой невыполненным сад. Ай, ну и ладно. Обеденный стол, темных кресел, куча, темный диван, деревянный стол, подвесной телевизор. Ну смотри, телевизор. Сколько телевизоров там? Телевизора должно быть два, купить несколько. Естественно, телевизор должен висеть. Блин, я даже не знаю, куда повесить. Вот сюда, пусть здесь вот висит. Вот где-нибудь здесь. И пусть висит где-нибудь вот здесь. На разной высоте немножечко, скорее всего, да? Да, на разной высоте, но и не, ничего страшного. Телевизор повесили. Бункерных ламп несколько повесим над дверью, над второй дверью. И, естественно, повесим над третьей дверью. А четвертую лампу повесим, чтобы не было скучно, вот сюда.
с лампочками закончили, начнем покупать обеденные столы. Их нужно тоже два. Поставим их посерединке где-нибудь вот сюда вот и поставим, естественно, вот куда-нибудь эдак вот сюда. Что еще нужно? Два темных дивана. Два нужно же было купить. Один диван вот сюда, так как там вот телевизор. И один диван... А я даже не знаю, куда его поставить. Скорее всего, вот куда-нибудь вот... Да вот куда-нибудь вот, типа вот сюда вот. Пусть здесь кто-нибудь сидит. Смотрит вон тот телевизор, не знаю зачем. Глупость. Это вот купить несколько. Купить несколько стульев, я так понимаю, они будут сидеть, есть за ними. Блин, очень неудобные стулья для обеда. Но есть мы будем за ними не мы, поэтому дело не мое. Раз, два, три, четыре, пять. Все, готово. Со стульями, со столами разобрались. Два деревянных стола нужно. Зачем они здесь нужны, я вообще ума не приложу. Честно слово тебе говорю. Раз стол, два стол. И повесить, точнее, автомат. М16А1. Ну, пускай вот стреляет в телевизор. 10 штук, серьезно? Куда тебе их столько? Блядь, просто вот нахера их столько здесь нужно, расскажи мне. Здесь что, тир какой-то общественный или что? Зачем столько винтовок на стену вешать? Просто обложился винтовками. Здесь ничего не нужно, здесь тоже ничего не нужно. Пойдем в другую комнату, в которой тоже нужны обеденные столы и автоматы. Здесь получается немножко поменьше. Нет, почти то же самое от нас требует. Кофеварку. Один только темный диван. Два стола. Два телевизора купить несколько. Давай повесим их. Ну, один получается вот сюда куда-нибудь нужно повесить. Не знаю, почему именно сюда. Второй нужно вот сюда повесить. Тоже на разной высоте, но давай вот этот повыше чутка повесим. Блять, теперь еще выше повесил. Ну ладно, мы не будем на этом запариваться. Повесим, поставим, точнее, темный диван купить сейчас один. Вот сюда. В связи с тем, что телевизора два, можно смотреть отсюда аж целых два телевизора сразу. Два обеденных стола, черных, естественно, купить несколько вот сюда, вот один. И второй вот куда-нибудь вот сюда. Совсем некрасиво, когда они стоят еще не ровно. Сейчас вроде ровнёхонько. Поставим темных кресел. 8 штук. Почему именно 8, не знаю. А, получается, с одной стороны по одному креслу. Теперь логично. Креслами закончили. Современный кухонный шкаф с раковиной. Тоже, нет, в черный какой-нибудь цвет. Вот в темную древесину. В черную древесину и в черный. Нет, раковина должна быть беленькой. Не знаю зачем, но просто я захотел. Ее мы поставим с тобой вот сюда вот. Нелогично, но зато здорово. И не мешается почти. Две бункерные лампы повесим над дверьми. Вот сюда и вот сюда. И кофемашину, кофеварку. Ой, купить несколько зачем-то нажал. Так, это сделали. Куда еще нужно идти? Какая комната у нас осталась не сделанной? Вот какая комната осталась не сделанной. Бункер какой-то еще один есть у нас. Где он находится? Ты знаешь, вот где он находится? Я тоже нет. Ну, сейчас найдем обязательно. Так, это точно не то. А, вот, все, нашел. Нужно просто поменять предохранитель. Ну, получается, все 100%, 1,5 миллиона. 99% один мусор я не нашел. Ну, ничего страшного. Завершить. 99%. Блин, так обидно. Просто прям не могу. Escape пропустить.
у нас с тобой 13 миллионов. Сколько стоит дом Самарты этой? М? Где он там есть? 14 миллионов. Так что купим сейчас дом. Блядь. Какой дом-то? Дом торговца? Купить. Посмотрим на него снаружи. Мне сказали, что там найдешь приятный сюрприз. И найдем приятный сюрприз, естественно. Видать, торговец был не очень хорош. Потому что его забросали пиццей. Ну или настолько хорош, что его забросали пиццей. И что здесь можно найти интересного? По моим предположениям, здесь можно что-то интересное найти. Точнее, не то, что по моим предположениям, по комментариям, которые мне написали. Это что такое? А зачем? А зачем он нужен здесь? А? Медведь какой-то спящий. Валуны. Ну, здесь здорово, красиво, конечно. Ага. Открой. Хамбургер. Непонятно. Так, а здесь что? Я хотел в следующей серии все это начать делать, но решил... Почему-то вот у меня получилось так, что я начал уже делать это сейчас. Осматривать этот дом и искать какие-то подвохи. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже ничего. А, нет, открытой дверью оставим, чтобы знать, что мы здесь были. Здесь тоже были. Пойдем сюда. Так. Деньги. А можно продать деньги? По 28 тысяч. Смотри, какие деньжища-то. Это у него наверняка таких много этих... как его называют? Фишечка-то. С деньжатками. Он все-таки торговец. И наверняка у него много всякой всячины здесь. Только где она? Секреты. Что за секреты? Можно ее продать? За 100 рублей. Нет, за 200. Не хочу ее продавать. Это у нас что такое? Это мусор. Это тоже мусор. Мусор, мусор, мусор. Здесь тоже ничего интересного нет. И это что у нас такое? Очистка. Нет, очистка это... Опа, лампочка. Нет, это тоже все не то. Погоди, а что здесь такого интересного-то в этом доме? Прям реально, прям интересно, кроме вот этих вот денег. Может быть, здесь есть какой-то секрет со стенами? Может быть, здесь есть какой-то секрет... Не знаю, какой здесь может быть секрет со стенами или не со стенами? Здесь как бы, в принципе-то, больше нет ничего. Здесь камин есть. Эта стена есть, она вроде как бы ясно, что здесь нет ничего больше. М? Что здесь еще есть интересного? Мусора здесь много очень, это да, это факт. Что за беспорядок, ой-ой-ой. Так, так. Что здесь еще-то интересного есть? Интересненько, интересненько. Ну ладно, мы будем этим заниматься в следующей серии. Я сейчас этим заниматься не хочу. Поэтому давай прощаться с тобой. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки обязательно. И увидимся с тобой в следующей серии, в следующих игрушках. И пока.